Ленинской области. Тогда она была частью Симбирского уезда Казанской губернии. Были служилыми в российском государстве, и за их службу им были дарованы земли. На небольшом участке они выращивали рожь, пшеницу, горох, картофель. Мне кажется, мое особое отношение к земле, кормилице, передалось от них. Каждый год мы сажаем картофель для всей нашей большой семьи, и мне нравится в этом участвовать. Все традиции семьи исходят из традиций моего народа. Их много. Они связаны с религией, хозяйством, культурой. В первую очередь, садясь за стол, каждый из нас произносит молитву, а завершив трапезу, благодарит Всевышнего. От дедушки и бабушки мамы передаются из поколения в поколение молитвенный коврик и кувшин для омовения. А родители папы привили ему любовь к музыке и песне. Его отец играл на гармошке, а мама пела. На праздниках обязательно раздается садака, то есть милостыня. Это деньги, сладости, предметы одежды, посуда. Ведь приятно приносить радость другому. Оно возвращается к себе. Традиционная выпечка – это вкусные пирамечи, ароматный чак-чак. Мое участие в ансамбле «Тургай» для меня очень важно. Пою татарские песни, чувствую их красоту и ощущаю себя частью моего народа и ее истории. Sabır.